Вот ты меня рассмеял. Ну что же, ребята, всем привет, с вами канал Смейся, играй, я снова на связи. Сегодня у нас на повестке игра Nox. Я не знаю, что это за игра, но пришлось купить, посмотреть. Вроде что-то с элементами ужаса, в то же время какие-то там какая-то бродилка. Ну, посмотрим. Давайте новая игра. Понятное дело, слот один. И поехали. А вас, ребята, прошу подписаться. Это все твоя вина. Я на тебя плевать. Ты причина всех твоих проблем. Ты ничто. Ой, ну понятно, понятно. И что? А сколько ему лет, если у него такие огоньки на... А, ну просто плохой сон, ну тогда это не вообще не интересно. Ну это бывает у всех такое, как бы, что из такого-то. Или что-то вылетит. Или шкаф что-то вылетит. Или вылетит. Блять. Я-то думал, а. Даем? Так я малыш. Я малой, да? Самое простое — биться головой об шкаф, да? Там кто-то выйдет по-любому же. Так, хорошо, телевизор. Телевизор. Ну, кстати, Дэнди прикольно. А, Дэнди, мне тоже была пицца. Ну, конечно, братан, пиццу вот так вот. Уже плесень пошла. Так нельзя оставлять пиццу. Ну, это понятно, это маленький малыш, как бы тут вопросов больше нету, что такое. Поднимай. А, F. Ну, я так понимаю, мы играем за этого маленького пацаненка. И чё? А прыгать мы не умеем? Просто ходим, что ли? Так, ну, я так понимаю... Хоть бы это было не свидетельство, то, что тебя... Что тебя усыновили, как бы, нет? Ну, будет обидно, если это правда. Так, ну вообще, в целом, тут что-то про уроки рисования, что, типа, я, оказывается, играю за девочку. Габис. Ну, типа, я не знаю, Габи, девушка. Ну, не знаю, может быть, такое имя есть, как бы, я не спорю. Ребят, если вы напишите в комментариях, если у кого-то есть подруга по имени Габи. Ну, или знакомы, или слышали где-то вообще что-то там. Может, какие-то актеры есть, какие Габи, девушки, не пацаны. Вот, и, короче, тут это препод написал. Просит родителей прийти на выставку, потому что вот эта вот Габи у нас очень хорошо рисует. Ну, судя по ее вот этим вот надписям, то она реально неплохо рисует. Ну, конечно, стол пошарпанный. У меня когда-то был такой же. Он очень прям пошарпанный. Но я на нем не рисовал. Так. Бля, ну если это она хорошо рисует, тогда уж я не знаю, ребят. Тогда уж я вообще легенда в этом. Кстати, не так давно вышел ролик там, где я рисовал. И мои работы можно тоже увидеть под ним. Я ссылку в описании, конечно, сброшу. Ну, ха-ха-ха-ха-ха, прикольно. Ромбики, крубики, все это, кубики, прикольно. Рот на двух руки. Ну, я не знаю, возможно, у нее какие-то с башкой проблемы. Ну, вот это вот хорошо нарисовано, если это правда оно. Если это она рисовала, а не срисовывала. Вот это вот типа, походу. А вот, как бы, выдающихся каких-то... Ну, возможно, может... Опа, блядь. АТП, какого это черта у нас? Ну ладно, блядь. Куда ты идешь? Верни свою комнату. Согласен. Так, блядь. Тяжелые наркотики детям еще пока рано. Ну давай, как мне вернуть? А кто ты там сказал, верни свою комнату? Опа, блядь. Опа, нихуя себе. Да, Габи, ты, походу, с мелками делала что-то... Ну, наркотики — это плохо, ребят. Но пошутить про это я не могу. Бля, нихуя. Прикольные у нее какие-то напиточки были, или там порошочки, или что там еще. Так, сейчас мы этот самый главный звук вырублю и вернусь.
Вернулся. Так, так. Так, наушники сидят? Наушники сидят? Наушники сидят. Отлично. Так. Вот мы и вернулись. Так, что такое у нас? Что такое? А, так я пизданул сейчас. Не, а я прыгать не умею, кстати. А я не умею прыгать. А ведь сверху... Не, это реально такая проектировочка. Дай долбиться во все двери. Я понял, что нам туда нужно, но я, блядь, пизданусь же вот здесь. На первом же этапе. Или я пройду? О-о-о! Не, я хочу туда. Там какие-то красные краски. Я хочу туда. Блять, ну ладно, поехали. Наркотики так наркотики. Опа. Перестань слоняться и иди спать. Да как я могу идти спать, если я не знаю куда, блять? О-о-о, ёпа. И как нам куда идти? Так, давай посмотрим сразу по фотографиям. Но я так понимаю... А, ну если это так, то я вот эта вот блондиночка, да? Вот эта маленькая в очках. Перестань слоняться. Блять, перестань меня подъебывать. Зачем ты пытаешься? Что пытаешься, блять? Что пытаюсь? Ты кто, нахуй? О, блядь. Я просто по дому хожу, тут какие-то наркотики, слушай. А знаешь что, это просто разговаривает отец или мать с ней. А у нее из-за глинов, она думает, что это демоны. Короче, тут что-то жалуются про нас, про какая-то, блядь, школа ночных, блядь, страхов или что-то такое. Типа, я не знаю, что это такое, кто это написал. Ну, возможно, просто родители стебутся. Может, какие-то у них Хэллоуин, я не знаю. Ну где, блядь? Ну и как это? О! Прыгнем. Давай прыгнем. А как, нельзя прыгнуть туда? Ладно, пошли. Опа! Нихуя. Так, блядь! Что ты делаешь? Не трогай на... Не трать наше время. Ты ебанько, я не знаю, куда прийти в комнату-то. Алло! Не трать в наше время. Вы мое время тратите. Как ты куда? А, во. О, дверь. Дверь. Нет, нет. Как мне... А-а-а. Чего, блядь? Я тебя нахуй шагну сейчас, блядь. Я тут пытаюсь с наркотиками бороться. А ты, блядь, я тут... Орион. Дайте пизду. Так, ну и что, и где? Телек. Как мне куда идти, блядь, слышишь? Ты, голос. Подскажи. Наркота, блядь, наркота. Ну давай, 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 пошли, 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 пошли. Опа, мы там, нет? Мы не там. Опа, наверх. Пш, нет. Как так вышло? Я не могу зайти. А как? Мы не можем осилить ступеньки, сука. Хорошо. Опа. Опа, что, блядь, происходит? А, спать ложишься уже? Сука, робота украли. Блядь, робота украли. Это суки. Украли, суки, робота. Так, блядь, слушай, а что это? А я это не рисовал. А как так, нахуй? А, карта. Так, давай. А, робот, вот он. Shift. Ага. Ага. Так, еще раз приценимся. Так, мы должны каким-то хуем угадать, что это такое. Ага, по лестнице. Так, короче, у нас тут что, шкаф и кровать. Значит, логично, мы смотрим с этой стороны, да? Вот так вот. Вот. Мы смотрим. Типа вот так. Вот так как должно быть. Нет? Ну так, все правильно. Вот. Я не могу дальше, блядь, пройти. Я за карлика играю. А, вот идем сюда. Упираемся башкой, нихуя неправильно. Так, хорошо, и что? Ну я понял, я прикинул уже. А, порталы. Ну так оно и есть. Ну, в принципе, логично вот так. Ну-ка, подожди, ну, с какой стороны так можно все. Какое-то все попало. О! У нас определенного угла это все. Так, ну давайте пиццулю возьмем, и надо шуршать уже наверх. Ой, бля. Опа! Давай. Погнали. Здорово, кто ты там? Иди сюда, алло. А, подушечку. Хуяся, подушечки. А, чтобы я башкой не пизданулся, да? Ну-ка обратно.
Димапицу? Нет, ладно, нет, не можем так идти. А, так, по своим же рисункам мы должны что-то отгадывать, да, тут? А, кубики, хуюбики. А робот... А сколько ты, блядь, мелка-то потратил-то? Я-то тут, блядь, столько бы, наверное, не смог бы, нихуя. Так. Подушечки. Ну, прыгай! О, ебать, наркота! Ебать, наркота! А, наркота. Так, и что такое? Это что такое, блядь? На документах рисуем, я понял. Угу. И что мы тут? Shift. Есть нож. Я, знаете, в любых вот таких вот играх я нихуёво так с ножом обращаюсь. Блять, сука. Ну ты, я, бля, перепугался. Ну мы же ребенок, блядь. Ребенок с наркотиками, это хуёво, конечно. Ну давайте, давайте, что там, как? А, блядь, типа, туда, да. Мяч возьми с собой. Да пиздец. Да пиздец. Давай, погнали дальше. Ну давайте, давайте, давайте вашим. Давайте ваши эти флешбеки. Так, погнали, кто откуда? То давайте опять это походим. Давайте. Давайте. Ебашьте, я готов. Я готов. Я к этому всему готов. Нет, нихуя не готов, ладно. А, все правильно. Неправильно, не понял, блядь, тут уже был. А, подожди, а это что, по кругу был куячить? Не понял. Не понял. А, подожди, хуяндра, по кругу ходим. А нахуя нам ходить по кругу? Возможно, мы что-то не заметили. Хе-хе, ёпт, конечно. А, конечно, шифтулю. Шифтулю, так. А, о-о-о, это ебальчик мы видели. Вот это вот ебальчик мы видели. Значит, это как-то должно быть. А где-то, может, еще такое же есть? Посмотрим, обязательно посмотрим. Каждый шкафчик нахуй надо посмотреть. А, ну, и видишь, самолетики, да, в принципе, вот это вот похоже. Вот, отсюда где-то вот как-то. Ну-ка. Где коробки? А где коробки? Ну, давайте пошуршали, блядь, коробок я с ней вижу, что-то как-то. А, здесь я тоже, блядь, вижу коробок. Тут. Коробки, говорите, да? Стой, стой. Ебучка твоя. Ебучка твоя. Ну башка твоя, вот этот парень. А, он тот улыбающийся. Тот, сука, улыбится, тот улыб дает, да, улыб дает. Значит, это что-то не то. Где-то должен быть пацан в очках. Где-то он должен быть пацан в очках. Но я пока его не замечаю. Ну или это что-то я неправильно делаю. А, ну давайте все правильно. От вас посмотрим, от вас. Опа. Отлично. Мистер, я так и думал, что вы. А, так. Так, ну погнали. Когда какая-то хуета вот это будет бегать. Мне прям интересно, он как пока подъебывает, что-то говорит, 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 говорит. Give up. Stop looking for a way to find him. Ты знаешь, я бы с удовольствием, если бы ты бы не начал этой хуйней заниматься, я бы тогда все понял. Потому что я хотел просто спать, а ты начинаешь эту дичь. Так, можем врубить же? Перестань его смотреть. Ну, я лучше прыгнуть не могу. Опа. Опа. Не, понимаешь, сны разные бывают, ну-ка. А, ты еще и запер, да, меня? Козлина. Так, тут что-то. Хуя себе. Просто посмотреть надо, и все. Тут что-то, блядь, по-любому должно быть завязано. Должно быть завязано, я не знаю, что. Чук-чук. Ты даже присаживаться не умеешь. Так, там какая-то херотень. Ну, если это все мы рисуем... А, возможно, уроки рисования в каком-то там... Показывай. Да, 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 где-то вот, вот, вот. Вот, где-то вот, вот так вот, вот. Вот мы где-то вот так вот смотрим отсюда, вот, вот так вот, похоже.
Нет, не похоже. Так, в шкаф залезай, нахуй. В шкаф залезай. Вот, вот здесь вот, вот как-то. Вот примерно. Нет, с другой стороны. Вот здесь вот. Ну да, вот где-то вот так вот. Нет, девочка далеко. Вот, вот возможно. Ну да, вот так вот. Похоже, 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 похоже. Отлично, отлично. Так, мы тут даже попиздеть подумать, да? Так. А, с роботом сидим, да? Давайте мне роботом. Давайте мне роботом. Давайте мне роботом. О, ты что, блядь, лучшая премия Габи. Смешно? Вот это вот? Да не, не смешно. Нихуя смешно. Маски. Маски прикольные. Бля, мало ли стул упадет. Ну, нахуй. А, и чё? Чё-то тут? А, драка стульев. Хуя, ты вообще молодец. Да, да. Драки стульев. А, ну здесь я был. Вот, только наверху я был. Давайте заберём всё-таки нахуй своего робота. Что ты, блядь, как ты все положил? Даже робот своего взять не могу. Давай робота. Робота, робот не нужен. Я видел, что мы на картинке сидели, там что-то, блядь, базарили. А, перетирали за жизнь с роботом, обдумывали все. Ну, здесь, походу, не так, да? Why are you always so impossible? Но со мной не так. Женщина, вы, блядь, слышали вообще себя? Вы вообще видели свое управление? Я хотел вот так посмотреть, что с этого всего. А нельзя, я просто вот утыкаюсь лицом в пол и как бы... И все. Ясно, ладно. Ладно, ладно, пошли, пошли, пошли дальше. Пошли, пошли, пошли дальше. Глаза. А, типа, нет, не долбись в глаза, смотри, как должно быть. Вот оно. И что это у нас так? Вот, вот так вот это должно быть. Вот так вот. Так. Вот. Ага. Что-то, блядь, открыли. Что-то мы опять открываем? А, эти вот хахамбы, понятно. А, так. Опа, блядь. Ну, я так понимаю, короче, это прикиньте, если Гарри Поттер бы снимался чуваками, которые любят амфетамин и всякие тяжелые другие наркотики. Это типа я? Ля ты какой козел, блядь, нарисовал меня, блядь, а? Я понял, Ага. Листочки нахуй. Че такое, блядь? Ну-ка. А ебучку не хочешь, чтобы сломал? Давай, давай. Почему ты пытаешься? Ты же облажаешь снова и снова, остановись. Stop. Ну и похуй. Что впервые, блядь, что я облажаюсь? Ну и, блядь, что? А куда нам? А, так. Арт. Пизду, далеко идти, давайте сюда. В арт. В арт. В арт, арт, арт. Мистер. Иди сюда, нахуй. Что ты здесь делал? Так, тут занято. Ля ты, блядь, какой подъёбщик, а? Я тебя, сука, увидел. Так, а мне нужен робот, да, короче, чтобы могли нахуячить пацану. Сделаем. Ну давай, 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 давай. Шифтом хотя бы побегай, ну пожалуйста. Ну, блядь, ну что такое, ну. И еблась! Бегом. Э, мистер! Чё ты боишься? Ты чё ты, блядь, только что увидел, блядь? Что ты боишься? Что ты, кого ты боишься? Возьми робота и пизды ему дай. Так. Да вот это вот, пацана, возьми. Вот он все порешает. Он все порешает. Блядь, я не пойму, а нам туда зачем? Ран, 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 ран. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Ёбаный твой рот, что такое, блядь, происходит? Немедленно произойдет ничего, ты что же, что? Иди нахуй, я прыгаю. Ну, не прыгаю, значит. А, ран, 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 ран. Бежим, 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 бежим. От кого бежим-то, что, блядь? А нахуя бежать надо? Я тебе ничего не сделаю. А я тебе что-то сделаю? Пойдем. Значит, сюда надо было бежать. Да иди ты нахер!
Сука, я заебался бегать. Давай, ран. Стул. Опа, наркотики действуют, все лучше. Немедленно. Он поймает тебя, уничтожит. Да кто поймает, нахуй, я его сам поймаю. Опа! Куда я, блядь, должен бежать? Ты никому не пойму. Никто не бегает, блядь, он тебя поймает. И все поймают, блядь. Рано или поздно всех все поймают. Ну тут я был. Не пойду. Сука. Вот сейчас надо подумать. Вот очень тяжелый уровень, я уже на нем 3 раза запарываюсь. Если он это я. Ну, блять, он это я. Если он в что-то охотится, медленно, он тебя поймает, ничего. Что, блять, нахуй? А как ему нужно потолок? О! Правильно бегут, блядь, еще нет. Так, вот теперь нам путь ясен. Путь ясен, сука. Блять, Асматик, давай бегай побыстрее, а. Ну я уж понял, давай, да. Так, хуяк. Вот так вот мы здесь уже. Вот так вот, хуякс. Все, правильно бежим? Сюда, ёпта мать, кто ты нахуй? А вот так футболку видел? А, я понял. Не понял. Я типа... Помощь не хочешь? Даже, блядь. Ёпта, он мне помочь хочет. Я просто не прочитал этот. Так, минутка внимания. Сейчас тебе нужно последовать за ним. Тебе следует понимать, что он ушел из-за тебя. Хорошо. Ладно, понаблюдаешь, из себя наблюдаешь. Что он хоть? Нихуя ты умный! И чё, блядь? Нихуя себе! Как я должен перепрыгивать, блядь? Ну иди. Пойдем. Что, блядь, такое? Так, ну давай. Ты не хочешь, чтобы я с тобой ходил. Все, ты хочешь, чтобы я с тобой ходил? Угу, собрался. Сука. Да. О, а, понял. Ебать. He despises you. Он презирает тебя, внимание. Ми, пиздуй за ним. Пиздуем за ним, чё? А? Тук-тук-тук. Здравствуйте. Не здравствуйте, нихуя. Сейчас тебе нужно последовать за ним. Ларт. Да он ходит с места на место, заебал уже. Да, так. Уякс. Угу. Итак, тут он ходит. Хуякс. Нет, тут мы отходим. Идем все-таки за ним, я понял. Бля, я заебался ходить за ним уже. Чисто хотя заебался за ним ходить уже. Так. Почему не туда? Ну, бог тебе судья. Блять, студия. Ну, ёбаный рот, а чё так стулья-то хуя-то? Так. Так, нихуя себе, блядь, ты чё потерялся?
все правильно. Дверь закрылась. Так, давайте, наверное, с этого момента мы чуть-чуть прекратим это наше нарко-хоррорское приключение. И если я увижу прям хорошие оценки ваши, то есть комментарии, лайки и все остальное, тогда я продолжу, обязательно сниму вторую часть. Пока что мы на этом закончим. Ребята, всем хорошего настроения и всем пока. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а также пишите свое мнение в комментариях. Наш канал только набирает обороты, и мы поставили перед собой цель набрать 1000 подписчиков. До новых встреч!